Владимир Егорович Маяковский – художник-рассказчик. Его ниша в живописи – это бытовые сцены, отражающие исторические реалии. Все его картины отличаются особой правдивостью, ясностью содержания и глубиной мысли. «На бульваре» – одна из таких работ. Творчество Маяковского пришлось на период после отмены крепостного права, когда в России происходил распад патриархального быта, а деревенская молодежь устремилась в город, на фабрики и заводы. Отсюда и сюжет картины, незамысловатый, но очень характерный для конца XIX века. Из глухого селения в Москву приехала молодая женщина с младенцем, чтобы навестить работающего в столице мужа и попросить поддержки. Комнаты для разговора наедине нет, и супруги устроились прямо на бульварной скамейке. Эмоционально главные герои настолько различаются, что если не знать предысторию, то кажется, будто Маяковский изобразил двух совершенно незнакомых людей, волей случая оказавшихся вместе. Такая тонкая передача человеческого характера и душевного состояния стала возможна благодаря острой наблюдательности художника. Известно, что он никогда не расставался с альбомом и карандашом и постоянно делал зарисовки заинтересовавших его лиц и событий. Настроению безрадостного свидания вторит и унылый затуманенный пейзаж, переданный невзрачными потускневшими красками. Чужой и бездушный город, голые осенние деревья, одинокий фонарь. Стоит отметить, что в 1880-е и 1890-е годы художник уже мастерски владел пленэрной живописью. Его работы стали более выразительными и колорит более светлым. Декорациями для изображенной сцены выступает Сретенский бульвар, возникший в торгово-ремесленном районе Москвы в 1830-1840-х годах. Возможно, выбирая его, Владимир Егорович опирался не только на тот факт, что среди жившего здесь рабочего люда подобные свидания были нередки. Свою роль могло сыграть и название. На деревенском «Сретение» означает не что иное, как «встреча».